Друзья, я надеюсь, вы выучили правила рода существительных и готовы перейти к исключениям. Исключение по-испански такое слово, как excepción. И сегодня мы рассмотрим ту же самую таблицу, но наоборот. То есть тогда у нас с вами здесь был мужской род, а слева женский. Теперь же все меняется, потому что у нас то, что было мужским, в исключениях становится женским. Итак, femenino. Рассмотрим женский род. Если вы помните, мы говорили, что все согласные буквы на конце слова обозначают то, что слово мужского рода. Но есть некоторые исключения. Мы, конечно же, все рассмотреть их не можем, но какие-то основные, которые чаще всего будут встречаться. Итак, una flor – цветок. Мой преподаватель как-то однажды сказал, учив русский язык, узнав, что цветок – это мужского рода в русском языке, сказал, как же так, цветы, их же дарят девушками, они же девушки. Поэтому можете себе такой ассоциации соединить и запомнить, что flor в испанском языке – это цветок. Цветок и женского рода. Una mujer – женщина, так как обозначает существо женского пола, поэтому мужского рода это слово быть не может. Una col – капуста. Саль – это соль, без артикля, потому что неисчисляемая. Мьель – тоже неисчисляемая, мед. Una razón – причина. Una crisis – кризис. Вообще слова, которые заканчиваются на «ис» в большинстве своем женского рода. И так далее, etc. Продолжим рассматривать согласные. Если согласные, точнее, если окончание слова было «да», «тат» или «фьон», «йон», то мы с вами говорили, что это женский род. Но есть несколько исключений. Наиболее частотные – это «un avión» – самолет, «un campeón» – чемпион, «un camión» – грузовик, ну и другие. Не знаю, насколько эти слова могут вам пригодиться, но знать о том, что есть такое явление, тоже нужно. Переходим к гласным. Мы с вами запомнили, что «о» на конце слова – это мужской род, но есть ряд исключений. Самое частое из них, которое встречается даже в песнях нередко, это «mano» – кисть руки. «Una mano», то есть, несмотря на то, что оно заканчивается на «о», это женский род. И четыре слова, которые женского рода потому, что они сокращения. Посмотрите, «мотоциклета» заканчивается на «а», «фотография» на «а», «радиодифузион» на «йон», да, мы знаем, что это женский род, окончание женского рода, «дискотека» снова на «а». А вот сокращения их заканчиваются на «о», но род сохраняют. «Una moto» – мотоцикл, «una foto» – фотография, «una radio» – радио, и «una disco» – дискотека. Надо сказать еще о том, что если слово «disco» обозначает «диск», то оно будет мужского рода, потому что это не сокращение, а просто слово, которое заканчивается на «о». И у нас здесь был ряд, если вы помните, слов, которые пришли из греческого, которые заканчивались на «ма», «па» или «та». Из них тоже есть два исключения. Это «una forma» – форма, и «una crema» – крем. А, мы еще не рассмотрели вот это, почему-то убежала. Если слово заканчивается на «а», оно обычно женского рода, но есть тоже ряд исключений. Un día – день, un sofá – диван, un tranvía – трамвай и так далее, etc. Как вы видите, исключения все мы рассмотрели только на «о», в остальном везде стоит etc. Конечно, гораздо больше, но основную часть слов, которые вы сможете встретить в обиходе, я постаралась здесь отразить. Поэтому знать нам правила нужно, чтобы на него ориентироваться, иначе можно совсем утонуть в этом океане многообразия. Вот, поэтому правила знаем, на него ориентируемся, но всегда новое слово наверняка проверяем по словарю. Ну что ж, жду вас в следующем видео. Пока!